Добрый день, меня зовут Петунин Александр, я являюсь генеральным директором компании «Палексстрой», и мы предлагаем вашему вниманию деревянный дом «Леон», который находится сзади меня. Как строить дома? Структура дома мы уже писали. Теперь мы хотим рассказать, что делать изнутри. Хотим показать, как руками профессионала можно сделать красивый, уютный, замечательный дом. Милости просим. Когда я впервые увидела это здание, двухэтажный дом, который заказчик не захотел декорировать изнутри, хотел оставить цвет бруса таким, каким он был, и поставил мне задачу сделать интерьер в кантри-стиле. Дом должен был приобрести вид родового гнезда, в котором есть дух семьи, в котором очень хочется вечером посидеть возле камина, где большая кухня, где можно готовить семейные обеды и собираться за большим столом под красным абажуром. В общем, вся та атмосфера, которую мы ценим в загородных домах. Это было моей целью, эту атмосферу создать здесь и передать ее. Важный центр дома – это большая двусветная гостиная, где заказчик хотел сделать камин, который будет главным действующим лицом этого интерьера. В оформлении текстильном и обивках мягкой мебели использовали ткани по дизайну Уильяма Морриса. Это знаменитый художник эпохи Arts and Crafts начала 20 века. Безусловно, это комната, в которой будут собираться большие компании и тепло здесь проводить время. Лестница специально была задумана как двумаршевое пространство с ступенями, декорированной ковровой дорожкой, которая была выткана специально для этого проекта и тоже инспирирована принтами Уильяма Морриса. Надо сказать, что заказчик с большим вниманием отнесся к подбору искусства в этот дом. И надо сказать, что это моя гордость, то та коллекция, которую нам удалось собрать за время, пока мы занимались этим интерьером. Центром кухни является, конечно, столовая группа с большим красным абажуром над столом. Это место притяжения дома, куда все собираются, где хотят посидеть за столом вокруг. Великолепная медная посуда Дебуэр, замечательная техника. Это просто рай для поваров. Безусловно, это такое счастье человек, который будет заниматься готовкой на этой кухне. Спальня большая, светлая комната. Из этой комнаты есть выход в приватную ванную комнату, декорированную в голубых тонах, которая совершенно создает закрытый такой анклав. Детская для дочери выдержана в нежных розово-сиреневых оттенках. Конечно же, балдахин, потому что, ну, какая принцесса на кровать без балдахина. Все это выдержано в абсолютно такой нежной стилистике. Конечно, каждая девочка мечтала бы о такой комнате. В комнате мальчика первое, что мы выбрали, это была ткань на шторы, и от этого уже сложилась вся композиция по цветовому решению, и ковер великолепный из шелка, который отлично перекликается с цветом штор. Мы решили так игриво оформить его кровать с подушки с помпончиками, в общем, клетчатая ткань, но тем не менее комната достаточно элегантная. Кабинет – это, конечно, сердце и мозг дома, так называемая мужская гостиная. Там есть диван, где можно принимать гостей и уединиться для приватной беседы. Конечно, безусловно, роскошный письменный стол, удобное кресло кожаное и библиотека, которая собирает все то, что так любит хозяин дома. Из кабинета выход на приватное патио-балкон, уединиться с книжкой и насладиться видом леса, подышать воздухом, который становится великолепным, влажным, особенно к вечеру, и подумать о чем-то своем. Этот дом великолепно укомплектован с точки зрения техники. Здесь есть системы пароувлажнения, здесь есть системы встроенной вентиляции, умный дом. Все, что нужно в современных условиях, этот дом технически предоставляет. Но выглядит он как настоящее классическое родовое гнездо. Меня зовут Марина Гаськова. Я дизайнер интерьеров, декоратор. Совместно с компанией «Палексстрой» я оформляю второй уже объект. И если вам нужен прекрасный, элегантный, удобный, высокотехнологичный, долговечный и красивый дом, то мы с компанией «Палексстрой» с удовольствием вам поможем в осуществлении вашей мечты.